Гадко. Ой, какой грозный мальчик. Дарис, ну что, удалось зазвонить, да? А, ну хорошо. А в какое время? А, ты мне вот мотив старости оставила ему, да? Ага. Да. Ну спасибо. Что сможешь подойти. А насчет флешки ты и сказала ему насчет флешки, чтобы он взял? Да. Мама, ага. Спасибо. Ну хорошо, спасибо большое. Спасибо. Ага. Ой, спасибо тебе большое. Что бы я без тебя бы делал, представляешь? Рева, ты такой незаменимый человек. Мама, ну да, спасибо. Мне, что я из-за тебя, или как? Да и по-еврейски. Да. Ну я же условно говорю, я же как бы... Есть такой еврейский прикол просто. Не, ну это ты должна была бы сказать. Или как ты еще там... Обычно так сосняшь. А ну да. Вот надо вылечиться хотя бы, так надо как бы. Я же никак выехать не могу из Харькова. У меня 37 стабильная температура, 37. Вот у меня энергия кундалини так открывается, я не знаю.